приветствую вас и не соглашусь с коллегой Лилией. Объясню почему. Дело в том, что мужчина действительно с вами флиртует. Его флирт – это реализация энергии, потребностей, как мужчина. То есть семью он отодвинул на задний план, потому что ему нужно заниматься компанией. Личных отношений у него никаких нет, потому что он трудоголик. Но личность человека требует женского внимания. Личность человека требует женского тепла. Мужская сущность ищет выход для себя, и она его находит в отношениях с вами. Но каких отношениях? Ровно таких, которые отвечают требованиям мужчины. А именно, наверное, нет причин, оснований говорить о том, что мужчине нужен секс. Нет причин и оснований говорить, что мужчине нужен какой-то вот интим, самоутверждение, что-то еще. Мужчине скорее нужен вот этот вот самый флирт, эта игра, этот азарт, то, чего ему не хватает в общении с противоположным полом. А ведь он молодой человек, и, соответственно, молодость бурлит, здоровье требует, а возможности нет. И вот эти свои потребности человек проявляет с вами так, как может, как умеет. И понятно, что ничего серьезного здесь, в принципе, быть не может. Потому что вряд ли мужчина бросит во свою семью. Вряд ли мужчина откажется от привычного образа жизни. Но то, что ему необходимо быть в большей степени мужчиной, чем он является, это очевидно. И если вы готовы его в этой его потребности поддержать, играть. Если вы думаете в большей степени о себе, то есть можно говорить, например, о том, что вот вы хотите мужчину, вы хотите отношения и так далее, то в этом случае, конечно же, нельзя говорить о возможности ответа мужчине на его какие-то поступки, на его слова, на его действия. Потому что для него это всего лишь игра, у него все есть. А вы это, по всей видимости, воспринимаете слишком серьезно, опять-таки, исходя из ваших потребностей. Ваши потребности таковы, что вам нужны, вероятно, несерьезные отношения. И вы, в силу того, что у вас их нет, наверное, хотите сближения с мужчиной. Несмотря на то, что от этого как будто бы отказываетесь. И я могу вас понять, но и вы поймите, что изначально все упирается исключительно в желание человека. Человека имеется в виду директор. То есть вот как он хочет, так все и происходит. И вы здесь, по сути, ни на что не влияете. Соответственно, вы уже заранее в зависимости от мужчины. И вы перед тем, как вступать в эту игру дальше, вы спросите себя, вы хотите быть в этой зависимости? Вам нравится такое положение, что вот вы ничего не знаете, вы полностью зависите от мужчины вообще? И если да, то тогда, конечно, ваше право. Если вам нравится, если другого ничего нет, то за неимением лучшего, конечно, от этого отказываться не стоит. Но если
у вас есть четкая цель, четкое представление о том, чего вы хотите от мужчины именно, то тогда, конечно же, можно и нужно делать так, чтобы как-то либо получить от него то, чего хотите, но тогда вы рискуете, во-первых, стать любовницей, и не каждая женщина хочет стать любовницей, потому что это не первое место для мужчины, а это оскорбляет, унижает. Ну, а во-вторых, вы разрушите семью, что тоже не очень-то приятно с моральной точки зрения, да, то есть бытует такое мнение, которого лично я не придерживаюсь, но все равно, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Ну, если вы с этим согласны, и если у вас нет сомнений относительно этого постулата, то, наверное, все-таки любовницей становиться его не стоит. Если же вы думаете по-другому, если вам, ну, если ваши моральные устои допускают такое развитие событий, то почему бы и нет? Но тут нужно четко определять, что движет мужчиной, что движет вам, что мужчина хочет получить, что хотите получить вы. Думаю, если бы мужчина захотел с вами сблизиться как следует, он бы давно попытался. А раз не хочет, значит его все устраивает. Ему просто не нужно больше, чем то, что уже есть. А вы рискуете получить, как я думаю, разочарование в том, что вы ожидаете от этих отношений. Ожидаете уже подсознательно. Сознательно еще не признавая и не осознавая этого. Но тот факт, что вы написали все это, уже говорит о том, что эти ожидания у вас есть. И они, возможно, создают некоторую субъективность в восприятии вами и мужчины, и ситуации в целом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.